Это «Точка зрения». Меня зовут Антон Болзовский. Здравствуйте. В наш бурный век технологического прогресса, когда говорит любая техника на любых языках, всем ужасно интересно, кто же те люди, кто озвучивает нам все это. Сегодня я познакомлю вас с человеком, чьим голосом разговаривают краснодарские светофоры. Внимание! Разрешен переход через улицу Красную. Это известный радиоведущий Михаил Теслин. Миш, здравствуй. Здравствуй, Антон. Миш, ну и сразу первый вопрос. Как ты до этого дошел и что нужно сделать, чтобы стать голосом светофора? Попасть в нужное время, наверное, и в нужное место. Если серьезно, то, наверное, ответ на этот вопрос нужно начинать с фразы «давным-давно, когда работал в другой радиокомпании». Это действительно было так. Работала совершенно сумасшедшая команда. Мы реализовывали очень классные проекты, постоянно завышали планку, сами себе ее повышали, да, и старались переплюнуть то, что сделали ранее. Получилось так, что идея принадлежала шеф-редактору службы новостей Насте Киселевой. Она сказала, что, ребят, мы очень часто ходим через ту же улицу, допустим, Рашпилевскую, да, и давайте, может быть, предложим администрации города, может быть, озвучим профессионально, сделаем это, да, озвучим светофоры своими голосами. Собственно, так появилась идея, и было выбрано два голоса, один женский, один мужской. Женский голос, кстати, это Галя Максимова, тоже известная радиоведущая. Не могу не сказать о коллегах, потому что мы делали это вместе. И действительно, был момент, когда ты, переходя ту же улицу Рашпилевскую в районе Гимназической, попадал на вроде бы приятный женский голос, но он произносил это следующим образом: «Разрешен переход». И тебе просто хотелось не то, что перейти, а как минимум стоять на месте и больше никуда не двигаться, стоять вот как вкопанным. Помним мы детское стихотворение, да, Михалкова: «Установлено движение, никаких заторов нет». Нам ребята рассказали, что Степана с тех пор малыши в Москве прозвали «дядя Степа светофор». Тебя после того, как ты начал озвучку светофоров, никто из малышей не называет «дядя Миша светофор»? Нет, пока не называют, но на самом деле это забавная ситуация, когда ты идешь с друзьями, и они знают, что ты озвучиваешь светофоры и переходишь как раз-таки под себя, если можно так выразиться. Они говорят: «А я знаю, кто это делал, это вот этот человек». Говоришь: «Тихо, ничего не говорите». Не пугай. Да, пытаешься вести себя достаточно скромно, потому что, ну, забавно слышать себя со стороны, действительно забавно. Ну, тогда такой вопрос. Сейчас очень много и часто встречаются, да, навигаторы, которые говорят голосами известных людей, и не только людей, но и известных киногероев, там, Мастер Йода, ну, есть у нас и другие, да, актеры, которые озвучивают эти навигаторы. Тебе никогда не хотелось при озвучке светофора, допустим, сказать: «Подожди, подожди, не беги, еще 30 секунд, и будет зеленый»? Ну, дело в том, что был же определенный регламент, и был специально заготовленный текст. Хотя идея отличная, да. Или либо сказать: «Развернись, иди домой, вообще сегодня не твой день», да. Либо ускорься, тебя ждет что-то очень приятное. Почему бы и нет, да. Ну, ситуация, да, с предупреждением вполне реальна. Ну, да. Давай пожелаем что-то пешеходам и участникам вообще дорожного движения. Чтобы ты, как человек, озвучивающий светофоры, мог им пожелать? Внимание! Разрешен переход через улицу. Ну, а далее пусть будет та улица, которая вам нужна. Друзья, пусть в вашей жизни всегда будет зеленый свет, зеленая волна. Будьте счастливы, берегите себя и уважайте друг друга. Это касается и пешеходов, и автомобилистов. Михаил, на свою очередь тоже хотел бы пожелать тебе зеленого света в твоем творческом росте и во всех твоих начинаниях. Спасибо большое. Спасибо.